Скажи, вот как ты со взрослыми разговариваешь, как ты разговариваешь со своими одноклассниками? Ну, с хуйлом, который сосет очко не Вениаминовне, это все ясно. А ты как со взрослыми уверен, что вот он себя так ведет? Почему? Какие у тебя основания так себе говорить? А? Вот так себя вести. Вот сейчас ты его встречал с собакой, хотел натравить. Я хотел натравить, вы ебанутые, она ничего никому не делала. Если я подошел, ты его еще собаку сразил. Конченый, ебать, я ее уводил, блядь. Ты ее сейчас, ты ее увел, когда я тебе сказал, убери собаку. Кем я говорю, с какими аутистами, блядь? Что сын, что отец, одна хуйня, блядь. Я думал, я вас о лучшем мнении, блядь. Сравнили сами. Вы, блядь, две капли воды, один хуйло, второй бать, хуйло. Мне кажется, одного видео хватит, чтобы его выгнали со школы. Зачем ты сейчас пришел с собакой встречать его? Я гулял с собакой, ебану! Ты не гулял с собакой, ты ждал его ко мне. Я, блядь, с друзьями, нахуй! Блядь, какая собака, вы ебанутый! Потише! Блядь, какой вы конченый, блядь! Пизда! С вами, блядь, хватит, что с хохлом, блядь! Какой хохол, что ты несешь вообще, а?